Привет, друзья! Я Наталья. Сегодня мы гуляем. Погода изумительная, теплая, безветренная. И приехали мы опять на плотину. На одно из 7 чудес нашего района. Вот, зашли в сосновый лес. На берегу вот такой лес красивый. Сосны такие. Такая красота. О, солнечные лучи пробиваются. Уже солнышко садится. Посмотрите, как здорово. И много-много пожухлой прошлогодней листвы осенней. Чудесно просто. Птички чирикают. Тут летом люди отдыхают. У нас уже люди вон уже сидят там на плотине, отдыхают. Воздухом дышат. Вот солнышко. Вон какое красивое солнышко. Прямо чудесно на улочке. О, какие сосны. На берегу. Сейчас мы дойдем. Здорово. Все дела сделали, приделали и поехали. Дел полно дома. Сейчас весна. Только крутись. Сейчас я вам покажу плотину нашу поближе. Тут летом отдыхают люди, но мы тут никогда не отдыхаем. Почему-то. Мы в другом месте отдыхаем. Вот поляна такая большая. Вот. Оттуда мы пришли и туда идем. Вот. Еще лед стоит. Но ясно дело, это плотина. Здесь он тут и будет таять. Тут еще и лодка есть. Пожалуйста, садись и плыви, куда тебе хочется. Лодка есть. Вот. Вот такая красота. Вот такие сосны. О, воздух чистый, чистый. А это-то красота. Какие подружки стоят. Вот. Сейчас к реке подойдем. К плотине, к воде. Вот заводь такая здесь. Заводь. Тут, наверное, рыбаки рыбачили. Лодку оставили. Вот, пожалуйста, вода. Прямо-прямо я подойду к воде. Вот она, водичка. Там рыбка плещется. И комары уже летают. Комары тут как тут. Вот такой лед. Уже опасно, по нему нельзя ходить. Все тает. Вот тут даже пенечек есть. Сейчас я сяду на пенек, съем пирожок. О, какая красота. Посмотрите, какая красота. Девочки, а вы гуляете? Мы выезжаем сюда. Тут хорошо, воздух чистый. Сосны. Посмотрите, какие пушистые сосны. Прямо прелесть. А Сергей у меня пошел лодку смотреть. Че? Нормальная? Цельная? Там солнышко.